В возрасте 3-6 лет малышам необходимо не просто развлечение. Игры для них должны помогать осваивать и впитывать полезную информацию, а также развивать интеллектуальные, социальные или творческие навыки. В сегодняшнем ролике мы подготовили 5 идей таких игр для вашего ребенка. Снежки из ваты. Для игры нам понадобится контейнер с ватными шариками и по одному маленькому контейнеру с трубочкой на каждого игрока. Цель игры – не касаясь руками, только с помощью трубочек быстрее всех наполнить свой контейнер ватными снежками, как показано на экране. Эта игра научит ребенка проявлять терпение ради достижения победы, ведь без него справиться с заданием просто не получится. Завяжи шнурок. Для этой игры нам потребуется нарисованная на картоне верхняя часть кроссовка с прорезями для шнурка и сам шнурок. Цель игры – как можно аккуратнее и быстрее зашнуровать обувь. Эта игра хороша не только тем, что развивает моторику рук. Она учит ребенка старательно и терпеливо выполнять поставленную задачу, а еще развивает креативное мышление. Дорисуй зверюшку. Для игры понадобятся краски, трафарет с изображением животных и заданиями, как на экране. Цель игры – дорисовать изображение с помощью красок, добавив столько пятнышек, сколько указано в задании. Такая игра наверняка придется по душе вашему малышу, если он любит рисовать. Однако развивает она не только творческие способности. В процессе игры ребенок с легкостью освоит простой счет. Теннис с воздушным шариком. Для этой игры понадобится воздушный шар и пара ракеток. Если обычных ракеток нет у вас дома, то их легко можно сделать самим из одноразовых тарелок и палочек для эскимо. Цель игры – попеременно, отбивая шарик, не дать упасть ему на пол. Такая игра научит вашего ребенка взаимодействию в комнате и станет отличным упражнением на реакцию и внимание. Детский гольф. Для игры потребуется обычная картонная коробка с вырезанными воротами разной ширины, как показано на экране, и небольшой шарик. В этой игре ребенку необходимо попасть с расстояния в ворота, перекатывая шарик по полу рукой или с помощью импровизированной клюшки. Чем уже отверстие, тем больше очков набирает игрок. Количество игроков может быть разным – от одного до целой команды. Такая игра станет отличным развлечением, в процессе которого ваш малыш поупражняется в ловкости и научится подсчитывать заработанные очки.